Всем привет! С вами Серега, и сегодня мы будем вкачать вторую бесплатную пушку в обновлении Cobalt Kinetics U. Короче, Cobalt на инженера. Знаете, помню, когда его только добавили, я точно так же приветствие записывал. Получить мне удалось еще давно также за карточки абсолютно бесплатно. Так что сейчас мы посморим, насколько круто можно улучшить модами бесплатную пушку. И сможет ли она вообще конкурировать с какими-то топовыми ганами за донат? Он что, так сказал? У нас тут также есть два 100% мода, и оба они выглядят довольно очень интересно. Первый мод имеет 2,5% урона по торсу, что я уверен, просто вообще ни хрена не будет решать. Плюс 9 урона и плюс 2 дальности, это уже, конечно, поинтереснее. Однако второй мод это плюс 40% урона в голову, плюс 12 темпа стрельбы и минус 16% отдачи. Мне почему-то кажется, вот такой мод будет довольно интереснее. Ну, если не понравится, заменим. Отшлифуем это все дополнительным уроном по торсу, все до золотого варианта. И как бы не хотелось ставить урон по конечности или что-то другое, нужно ставить минус отдачу. Пушка старая, отдача тут нам, новым ручкам, непривычно. Слишком сильно надо все это дело контролировать. Поэтому минус 52% отдачи. Надеюсь, эту пушку превратят в какую-то новую имбу. Перед тем, как мы начнем, дорогие друзья, обязательно присаживайтесь поудобнее. Поддержите максимально своим царским лайком этот видос. Подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Напишите ваше личное мнение в комментарии. А я желаю вам всем приятного просмотра. Погнали! Друзья, в описании оставил для вас нереальную халяву. Вы сможете получить самое новое топовое снаряжение и оружие. Для новичков, а также и тех, кто не заходил на свой старый аккаунт более 30 дней, работают вот такие ссылки с бонусами. Вы можете зайти в описание и сами выбрать, какие подарки вы хотите забрать. Просто переходи по желаемой ссылке, проходи регистрацию и забирай топовые подарки, которые сразу отправятся на твой аккаунт. Для новичков также работает акция, которая позволит получить удвоенные кредиты при первых пополнениях. Все эти бонусы помогут тебе создать нереально крутой аккаунт и получить максимальное удовольствие от игры. Желаю удачи! С такой дистанции должен быть ваншот в голову. Да, сладенький и вкусный ваншот. Ай, 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 ай. И все, стресс-тест у нас не пройден. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Ни хрена себе! А в тело-то урон нехерово идет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. О, тут уже первые проблемы нарисовываются. Офигеть, вот это да. Ну, по-моему, все равно что-то имбовое должно получиться. Чего? Ой! Вот это урон в голову, охренеть! Остается теперь вот только в нее, блин, попадать! Блин, в моментах охренеть, как же он регает в голову, это прям так непривычно! Еще непривычно, я давненько не играл инженером, с его скоростью охрененной просто бегать. Вау-вау-вау-вау-вау, жесть! После, блин... Ой-ой-ой-ой, уже патронов нет, что, как мясо с ним играть? Она перезаряжается, что? Она не перезаряжается вообще, блин, после новых пушек. Давай! Нет, 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 это 100% мозголом, просто магазин с патронами нахрен закончился. Непривычно, ребята, непривычно. Я просто даже не знаю, как на мясе ее, блин, перезарядить, это... После новых пушек ощущается капец как долго. Да, блин, а в тело с нее как будто лучше, кстати говоря, не стрелять. Что-то вообще идет, ребята, блин, не по плану, когда жмешь с нее в тело, блин. На подрыве нормально, не так часто нужно будет перезаряжать, мне кажется, люди будут охреневать от таких хедшотов, вот от вот таких, вот это просто жесть, ребята, я не могу даже с этим свыкнуться. Просто с такой... С таким жестким темпом стрельбы пули вылетают настолько, блин, быстро, что какая-то пуля даже просто случайно нацеливаешься в голову, просто случайно залетает в хедшот и все. Убили! Как это возможно? Это же какая-то варбаксовая пушка. Я знаю, ребята. Я знаю. Да ладно, даже в тело быстро убил. Ну-ка, а если немножко побыть крысой? Меня от тебя тошнит. А, у нас тут конкурент, ребята. Что он вытворяет такое? Посмотрите на него.
Блин, я не верю в такой time to kill дикий. Это просто жесть какая-то. Ну это просто жесть какая-то. Это, ну, нездоровый time to kill вообще совершенно. Мозголом просто с одного места. Невероятно, чувак. Видите, какие бесплатные пухи теперь у нас. Вот такие вот, да. В таком случае вот просто надо еще попасть в голову. Знаете, я уже к пиздятке на самом деле привыкаю. Просто вот такие вот пушки. Ты с них реально зажираешься. Где и глушители, отдачи нет, и миллиард патронов, быстрая перезарядка. А тут ты чисто... Убью, успей, убить, успей. Подожди, подожди, я перезаряжусь, брат, подожди. Ух ты. Ух ты. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, с такими хедшотами, какие можно вешать за ныпухи, мне кажется, это реально будет новая имба. Вы представляете, у кого жесткая импа голом, как они будут кайфовать с этой пушки? На таких дистанциях вешать хедшоты. Да ладно, я уже реально вспоминаю вот эти самые моменты вкусные. Когда все стреляли по голам, они случайно рандомили в головы. Это же старая пуха, что в меня все молоты выкидают? Что это? Что это за пуха? Она моя маленькая, просто любимая теперь пуха. Как она вешает хедшоты, как на РМ все в ахере будут. Я же когда верю, скварбаксы прокачал, как там лю... Как люди с вереска в ахере были, какие хедшоты я с него ставлю. Это вообще, это еще большая жопа. Офигеть, просто что за дистанция? Перестрелил штурмовика в голову, блин. Нездоровая тема, конечно, нездоровая. Ну что поделать, вот админы сейчас вот добавляют такие пушки. То, что классы у нас в Warface скоро перестанут существовать. Будет просто пушка и все, брат. И вот так вот жми 30 патронов, один случайно в голову залетает. Соперник просто в ахере. Я, ребята, еще в большем ахере. Мы поняли друг друга. Да. А что поделать, друзья? Такой сейчас Warface. Ну залети в голову. У-ху-ху-ху. Как я соскучился по такому геймплею у штурмовика. Не то что, блин, у инженера. Ай-яй-яй-яй. Да, вот с такой дистанции тоже давай хедшот Серегу ему пропишем, чтобы чел тоже конкретно удалил нахер игру. Смешно, да, смешно. Оборжаться. Есть. На горке, на горке. Куб играй, куб играй. Срон, что ты в тело прям быстро убил, что фоловый, что ли? Ой, помоги, помоги. Да ладно, помогу. Спасибо, ребят. Снайпер горка. Просто нужно развернуться было. Димас, вот можно было пораньше сказать? Нет, ну я думал, что я... Я очень наглый чел. За плантом. Что такое вообще? Я бегу наглеть. О, что ж у меня за эмоции от этой пушки, вы бы просто знали. Действуем дальше по плану. Пофиг, буду наглеть реально. Очень наглеть буду. Реави кабарки. Я плант убил, пробуйте играть. Алик, да, да. Да, я убил его. Помощь нужна, Димас, быстрее. Я говорю, это просто жесть. Борки. Все, все, все хорошо. Я говорю, типы вахеры. А этот особенно. Пока, Серега. Не, Димас, они в шоке вообще тебе. Планту двойки. Бомба взята. Чё за... Планту двойки, блядь, не зиг, нету зиги, двойки, планту. Вы угораете, пацаны, ма? Что за нахуй? Пизду, я не уберу. Пошли мусор вдвоем зарашим. Вот просто вдвоем мусор. Серёг, я не вкопал никого. Я же тебе говорю, Димас, доверься. Все нормально. На типа прострелились еще. О, Марку ушел. У тебя слева 90. 90, хуесос, блять, под ПК. Справа, Серега. Кидаю гранату.
О, это все, что я хотел. И, ну, и еще можно разок. Да никогда в жизни! Джульетта там вообще просто в шоке. Ромео уже звонит, говорит, что за фигня вообще? Что, мне Серега какие хедшоты мне ставит, как он это делает? Что за невероятный гангстер такой? Пробежал, видал? Подал. 90 мангал, нах. Как тебе ромбик с тремя эйсами в одной игре? Нормально? Внушает доверие, так скажем. Да вроде обычно играет, нахуй, как все команды зов? Эй, команда опять лохов каких-то, нормально? Да, ХЗ вроде нормально, пацаны стреляют. Да, блядь, ты чугунишь, что ли? Да, мне тоже кажется. Ну ты чё, охренел, что ли? Пошёл ты, чё, пошёл ты! На! А, это я моликом, я думал, смог дал. Думал, читер это я теперь. За маяком. Ну, не повезло немножко, не повезло, да. Повезло! Уф, я долго выжидал этого момента. Уф! Ну нет! Да, да за что на мосту? Надо поступать по-геройски. Разумеется. Один на стене, блядь. Красный минивэйп. На минивэйп. Тя, тут тип сидел. Напоследок, понаглее мы немножко. Вот да, вот так вот, детка. Предусмотрено, брат. А теперь можно херачить. Вот так, детка. Уф, как залетает вкусно. Нет! Хорошо. Так и быть, уел. Пушка реально крутая, классная, но она не лучше Тауруса, потому что у Тауруса меньше отдача, у Тауруса есть, блин, глушитель, и у Тауруса чуток больше патронов. Так что, блин, конечно, прикольно то, что вот такие варбаксовые пушки делают бесплатные, что реально можно на самых топовых лигах самые топовые пушки сразу с них перестреливать. Однако иногда у админов получается вот такие пушки, да наоборот, что эта варбаксовая пушка не просто будет достреливать до какой-то самой топовой пушки, а именно даже будет лучше, чем она. Спасибо за просмотр, дорогие друзья, не забудьте поддержать лайком данный видос, подпишитесь обязательно на канал, если вы не подписаны. Пишите ваше личное мнение в комментарии. Все нужные ссылки есть в описании к видео. Мы с вами увидимся. Всем удачи!